У містечку Ерт неподалік угорської столиці завершився Кубок Європи із сумо серед дорослих та юніорів. В цьому турнірі виступили понад 300 спортсменів із 12 країн світу. За підсумками змагань, харків'яни завоювали 29 медалей, 6 із яких золоті, 13 срібних і 10 бронзових. Золоту нагороду серед дорослих у ваговій категорії до 80 кілограмів, зокрема, виборола харків'янка Дар'я Коритіна. На жаль, тренер Дар'ї Антон Чуєв не встиг сьогодні прийти на ефір. Дар'ю, попри все, вітаю вас у нашій студії, вітаю. Дякую. З перемогою. Я знаю, що у фіналі турніру ви боролися із двома іншими українками. Я знаю, що це затягнулося на 6 раундів. Як взагалі це все було і чи легше, чи важче побороти співвітчизниць? Ну, во-первых, это вообще нелегко, особенно когда борешься с украинцами, потому что у вас постоянное соперничество, и не только по Украине получается, и на уровне Европы, потому что, ну, украинцы считаются одни из самых сильных. Как бы у нас было 6 кругов, да, это получается 12 схваток каждая, и это только финал, не считая схваток до этого. Ну, ми всі вже були дуже уставші. А як дійшло до цього? Як так вийшло, що було 6 раундів? Скільки мало бути на початку? Ну, должно було бути в середньому у нас где-то 3-4 схватки і з фіналом в місті. Як я розумію, це був фінал 3, тобто там були 3 представниці України. Да, да, это было так, и ну, украинцы, конечно, да. Мы не сдаемся, мы боремся до последнего. Я боролась с девочкой одной, с нашей харьковчанкой тоже, с моего клуба. И вторая девочка была с Полтавы. Угу. Раньше вот. Стыкались с ними? Вот, ну, естественно, с девочкой с моего клуба мы боремся на каждой тренировке практически. Угу. Ну, у нас тоже очень спорные моменты бывают, кто как выигрывает. Ну, борьба — это непредсказуемо. А девочка из Полтавы, она достаточно недавно появилась у нас в спорте, но уже успела занять очень хорошее место. Как бы за полтора года она достигла очень хороших высот, и я первый раз с ней боролась. Ну, це було дійсно інтересно. Що в фіналі вам допомогло все-таки перемогти, якщо от була така щільна конкуренція? За рахунок чого? Возможно, потому что я не знала, как борется эта девочка с Полтавы. Она не знала, как борюсь я. Мы благодаря этим 6 кругам подстроились друг под друга уже и знали примерно, что мы будем делать, а там уже дело хитрости. Я знаю, що до сумо ви займалися плаванням. Як оцей стався перехід від плавання до сумо? Розкажіть. Ну, у мене папа був дзюдоїстом всю свою життя, как бы. І він постійно мені говорив, ну, там, не хочеш пойти, не хочеш пойти. Мені в дитинстві чому-то, ну, совершенно не хотілося, ну, тому що там папа все знає. Мені казалось, що, а що, якщо, ну, у мене там щось не вийде, а потім будуть папі говорити, ну, от твоя дочь, смотри, а не може там виграти у кого-то. Ну, потом как-то это все отошло. Мы съездили с папой посмотреть на чемпионат мира. И шестикратная чемпионка мира Алина Боякова подошла и сказала мне: «Мы как бы с тобой еще увидимся». Я знаю. Я говорю: «Ну, не знаю». Она говорит: «Ну, ты еще поборешься». Чим ось цей досвід у плаванні придатний до сумо взагалі? От якісь натренованість оця плавальна, наскільки вона может передаться нас? Смотрите, в плавании, ну, больше всего, ну, развиты все части тела на самом деле. Как бы это, в общем, тело достаточно развитое, как бы, ну, спортивно сложенное. Но больше всего, мне кажется, развиваются плечи, руки, моторика такая. Как бы в борьбе это играет очень большую роль, ну, достаточно такую. Наскільки популярним тоді було сумо в Україні, зокрема у Харкові, коли ви починали? До речі, скільки років займаєтесь сумо? 4 года занимаюсь. И, ну, как раз она набирала популярность. Сумо с каждым годом набирает популярность все большую. Как бы это становится интереснее, приходят люди из других видов спорта. Некоторые приходят, когда уже, ну, в таком уже возрасте 30 лет, потому что уже там не могут выстоять, допустим, очень длительных поединков. У нас же поединки намного короче, а хотят продолжать бороться, как бы. Сколько и приходят к нам. Ваш поединок? Ну, в среднем это схватка 15 секунд, 20. Ну, у кого, конечно, бывает, там есть ограничение до 3 минут, тогда нас разводят в разные стороны, дают нам как бы отдохнуть, и знову, да, и мы становимся в это же положение. А что, вот, докладніше хотів би про сам спорт спитати, що треба зробити для перемоги? Взагалі, можете описати, ось, як це все відбувається, от, що бачить глядач?
Мы заходим, судья нас как бы зазывает на дахё. Дахё — это место, где мы боремся, как татами для дзюдо, так у нас дахё. Мы заходим, делаем ритуал, показываем, что... ну, там в Японии есть такой ритуал, что мы безоружны богам земли и неба, короче. Вот. И дальше проходим, у нас борьба взглядов. После борьбы взглядов мы должны поставить 4 кулака, и тогда начинается борьба по команде судьи. А борьба поглядів — це хто перший відведе погляд? Ну, это как бы тоже ритуал обычаи Японии. Да, вы должны посмотреть друг на друга, как бы понять, посмотреть сопернику в глаза, оценить. Настрашити його, так? Да. Які техніки дозволені, як взагалі перемогти? До 18 лет. В категории до 16 лет еще нельзя бить цупари. До 18 лет можно бить цупари. Это когда можно бить руками в лицо и вообще пробивать по всему телу руками. Как бы. Рука при этом в кулаку? Чи нет, рука при ладонь? Этом вот такая должна быть, как бы ладонь просто раскрытая, и нельзя бить прямо. Можно бить только сбоку. Ну, а так, в принципе, разрешено все. Можно брать ноги, можно все, что угодно делать. Можно сальто крутить, как пожелаете. А ця боротьба, вона на очки, чи все-таки, ну, на чисту перемогу? Тобто, як там нарахується бала? Нет, на чистую победу, потому что у нас задача или вытолкнуть за ковер, у нас, ну, ковер круг получается, или вытолкнуть за круг, или заставить коснуться соперника любой третьей точки. Які є заборонені прийоми та удари, чого не можна робити в сумі? Ну, на самом деле, вот такого нет, только, я же говорю, вот это вот цупари до 16 лет. Все остальное, ну, просто чтобы дети как бы были в безопасности, потому что многие могут ударить неправильно, и потом под этого будут последствия. А взрослым, в принципе, можно делать, ну, действительно, все, что они пожелают. Я знаю, что сумоисты надягают ось такий пояс. Чи можна тягати за пояс, за волосся, скажімо? За пояс можно, конечно, но там есть единственный один момент, сзади есть специальный такой хвост, за него как бы браться, ну, запрещено, но иногда берутся, не замечают, ну, бывает разное. И, ну, за волосы девочкам, конечно, нельзя. Есть еще такой момент у нас, что, допустим, если у вас хвостик, и вы касаетесь волосами ковра, можно считать, что вы уже проиграли. То, я так розумію, роблять спеціальні зачіски, щоб волосся було коротше? Ну, да, там дівчатки плетуть косички різні, хвостики, все що угодно, лиш би зібрати волосся всі, як можна, ну, як би. Мені здається, я про Японію читав, що там навіть є спеціальні перукарі, так, які роблять спеціальні зачіски короткі, щоб, ну, от. Да, не... у них дуже хороша зарплата у професіональних сумоїстів, у кожного свій, да, парикмахер. Тобто руку правильно тримати все-таки от розгорнено, так? Ніяких кулаків, нічого такого не може бути. Скільки раундів триває от ця сутичка? Чи є ліміт часу? Ну, ви казали, 3 хвилини, це на всіх змаганнях. Да, ну, 3 минути – це велика рідкість, коли краще, ну, происходит вот так вот, как у меня, получается, в моей категории было, что у нас было 12 схваток между 3 девочками. Но, видите, не по 3 минуты. Ну, как бы, они быстро где-то, ну, по 20-30 секунд были. Но, чтобы 3 минуты, это действительно встречаются такие соперники, как у нас есть, ну, 6-кратная чемпионка мира, уже 8-кратная. И там девочки с России, с Японии, вот они могут, да, стоять, ну, потому что соперничество очень сильное, и как бы у них, она выступает в категории 65 килограмм, и у них как бы вес может позволить так долго стоять, как бы, поэтому... А розкажіть, будь ласка, а можна перемогти, винісши суперника за ринг? От, чи є такий спосіб? Да, конечно, выступить, в принципе, любой точкой, хоть пальцем, хоть рукой, я же говорю, хоть даже, ну, волосами коснуться, ты уже проиграл, хоть вне ринга, хоть на ринге. Как а сам ти при цьому не програєш, якщо винесеш суперника за ринг, тобто ти ж сам знаходишся за рингом, ну, а суперник в повітрі, скажімо так. Ну, если, да, получается, выносить его полностью, если вы вышли лицом вперед, тогда вы выиграли. Если вы вышли спиной, ну, подняли соперника, и он, получается, вы вышли первые, он остался как бы формально на ковре, как бы за, ну, внутри круга. Тогда вы проиграли. Ну, то есть надо вперед выходить обязательно. Екіпіровка, інвентар, які використовуються в сумо? Що, я знаю, от на пальці там якісь пов'язочки, є такі білі, що це таке, чим використовуєте ви? Це чиста формальність, це ми перематуємо пальці, тому що у багатьох спортсменів вибивають пальці. Ну, я теж от з цих соревнований приїхала з вибитим пальцем. Ну, це як би стандартні речі, все борцы перематывают себе пальці, кисти, тому що, ну, перенапрягаються дуже, ти не слідиш за цим на соревнованиях.
Так що всі, ну, всі страхуються. Угу. Так, а що скажете про режим харчування? Чи є він у вас і взагалі чи часто от дотримуєтеся ну, режиму? Ну, да, на самом деле я немного нестандартный сумоїст, потому что я не употребляю лактозу. Я стараюсь есть там только морепродукты, как бы я не очень люблю мясо. Ну, вот у меня такой нестандартный режим питания, скажем так. Но на самом деле у каждого он свой, у нас каждый подстраивается под свое, тренер нам всегда советует, как бы помогает, но каждый выбирает для себя свой режим. Угу. Стосовно от місця взагалі сумо, місця жінок у сумо, я читав, що раніше жінкам взагалі була закрита дорога в професійне сумо. Яка зараз ситуація і чому взагалі не дозволялося раніше виступати в сумо жінкам, якщо це так? Ну, смотрите, это считалось чисто мужским видом спорта, так как это очень древний вид спорта, и походит он из Японии, как мы уже говорили. Получается, японцы, ну, не разрешали нам, женщинам, участвовать в этом виде спорта, потому что они считали, что это чисто мужское дело, этим должны заниматься мужчины, профессионалы, которые положили этому всю жизнь, так сказать, а женщины должны заниматься совсем другим своим делом. Ну, сейчас эти стереотипы немного уходят, и женщинам потихоньку разрешают участвовать в этом всем, ну, так как сейчас есть чемпионаты мира. Угу. Дар'я, розкажіть, будь ласка, де в найближчий час нам за вас вболювати, які наступні турніри? В феврале будет 19-20 февраля будет чемпионат Украины. Там будет до 21, до 23 и по взрослым. Я должна туда приехать, потому что я должна отобраться на Европу, а дальше уже на мир. Успіхів вам у цьому. У гостях Погранку була переможниця етапу Кубку Європи із сумо Дар'я Коритіна. Спілкувалися про те, як їй вдалося у фіналі перемогти двох своїх співвітчизниць, а також про те, як тренуються і харчуються сумоїсти.